Так, погоди-ка. Ты же Юджин! Я твой давний фанат! Спасибо за детство! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру «Метель». Это хоррор-игра наподобие Грэнни. Признаюсь честно, я впервые слышу об этой игре, и услышал я ее от вас в комментариях, что, мол, в эту игру добавили меня, тут целая глава посвящена мне, и мой персонаж, мы будем сейчас играть именно за него, за меня, за него, за Юджина, короче. Начать игру! Юджин! Вот он! Я. Здесь я очень мужественно выгляжу по сравнению вот с этим. И, короче, когда вы стали писать, друзья, в комментариях, что вот тебя добавили в игру, я зашел к себе на почту и увидел письмо от разработчиков этой игры, где они благодарили меня за видосы и дали мне этот ключик. Дорогие ребята из Linked Squad, спасибо вам большое за ключ и спасибо, что посвятили мне целую главу. Мне очень приятно, правда. И безумно приятно, что мои видосы как-то вас вдохновляли и... или, может быть, просто радовали. Что ж, выбираем главу. С сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел... Ну, в Дубай переехал на неопределенное время. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня, но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Я подозреваю жену теперь. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. У нас есть возможность таскать 6 предметов, видимо. Ой, дождь такой, прям по крыше лупит. У меня такое ощущение сырости адское сейчас, и причем я даже немножко кайфую от этого, потому что я соскучился. В Дубае я дождь видел всего один раз, и то только уже постфактум, когда немножечко было мокренько на улице. То есть я пропустил дождь, потому что записывал видосы. Один раз за все 5 месяцев, что я здесь, был дождь. Какое стрёмное место, просто на отшибе находится. А где, собственно, сам маньяк? И сколько... Что? А, это был просто гром. Мне показалось, это музыка. Сколько у меня есть дней, попыток, заперто на ключ? Давайте исследовать. Мы уже столько раз сбегали от маньяков различных, от бабок, дедов. От всех сбегали. И от тебя сбежим. Все открывается, отлично. Неужели этот маньяк настолько тупой, что оставил здесь мне возможность выбраться? Что это? Лампочка? Не дотянуться. Стул! Или кровать? Где стул? Нет стула. Давай кровать возьмем. На кровать нельзя встать. Может быть, вот это взять? Вилами тоже не дотянуться. Что это за инструмент для пыток? Очевидно, тут пятна крови. Какой-то древний агрегат для изнасилования, никак иначе. Блин, что же мне делать-то? Я не знаю. Заперто на замок, я весь заперт на замок. Стоп, а куда провод идет? А, черт, он куда-то в задницу уходит. Стоп, песик, ап-ап-ап, иди сюда, Бобик. Вон я там что-то вижу. И вот здесь какой-то ящик стоит. А это что такое? Крестик. Четко под лампочкой. Угу. Что-то это значит, что чтобы достать до лампочки, нам нужно именно встать на крестик. Да, видите, активируется триггер, что я не могу дотянуться. Вот это все-таки как-то должно, видимо, крутиться, работать. А маньяк вообще дома сегодня или он ушел куда-то? Опа, физика? Ржавый нож. Как отмычку использовать с ним нельзя. Не дотянуться до лампочки с помощью него. Но что-то можно им сделать. Я знаю, что можно сделать. Провод. Давайте отрежем его. Ах, если бы я только мог до него дотянуться. Может, расковырять здесь надо? Нет. А вот. Дотянусь. Есть. Ага, отмычка. Ха-ха. Теперь я выйду наконец-таки отсюда. А может быть, можно открыть еще? Хрен. Тут нужен ключ. А вот тут вот. Есть. Есть прогресс. Только надо присесть. Потому что нельзя привлекать внимание. Я буду очень громко шагать, как обычно. Во-первых, тут собачка. Она даже не на привязи, кстати говоря. Но пока она лениво просто лежит, мокнет. Значит, мы можем спокойно ходить. Сундук. Блин. Я даже не знаю, какой пароль. Ладно, мы попозже найдем. Капкан! Опа, это в стиле Грэнни, значит, да? Он решил себя вести так. Он будет мне капканы подбрасывать. Но мы уже научены горьким опытом. Мы знаем, что делать. Смотрите, это просто верхушка от топора. А нам нужен... О, метла. Метлу соединим с топором? Нет. Метла, конечно, чтобы собаку отпугивать. Так, еще одна дощечка. Перевернуть нельзя. Это не переворачиваемая дощечка. Так, что у нас тут?
Бочка. Опа, здрасте. Нужна рукоятка обязательно. Страшно. Стоп. Оп, капкан. Как я, блин, не забыл про капкан. Да, срочно. 14 секунд. Оп, все, лежим. Вон он. Фига, он стильный. Сэр, может быть, вы выпустите меня? И не проверяйте, есть ли там метла на месте. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Куда делась метла? Он проверил, есть ли метла! Нет! Смотрите, как он бежит за мной! Ай, нет! Пинает меня, нет! Простите, сэр, я больше не буду! Нет! Зачем вы оставили нож внизу? Под дощечками, чтобы я выбрался. Вы сами хотите в эту игру поиграть. Слушайте, эти парни сделали игру, как когда-то давно я прям такую игру себе представлял. Помните, мы играли в Resident Evil 7? И там вот эта стрёмная женщина, хозяйка дома, она приходила к нам в комнату и смотрела, что изменилось, что с места исчезло. Они реализовали эту штуку, это очень прикольно. Ладно, метлу он забрал. Значит, нам, короче, не нужно триггерить просто собачку. Все, выходим. А где он вообще, собственно? Он даже и не здесь. Надо что-то с собакой сделать. Не знаю, пока что. Сундук мы... Ну ладно, 1, 2, 3. Ну, стоило попытаться. Вот, во-первых, здесь есть люк. Но там ключ! Решетка привинчена. Понятно. Просто открыть, посмотреть. Собачка. Не гавкай. Там есть что-то. Походу, можно будет отвинтить как раз таки. Да, гаечный ключ. Все. Проникаем в подполье. Раз, два, три, четыре. Есть ключ. Надо обратно решеточку, да, и завинтить. Ладно, просто вот так сделал, он все равно не заметит. Ну, здравствуй, дверца. Заперта на ключ. Стоп, это не тот ключ. А! Чуть не вошел, блин. Вот для чего ключ. Заперта на ключ. Погодите, метла поможет мне дотянуться до лампочки. Давайте включим там свет, возьмем метлу. Смотрим. Ага. Давай, метла. Как не дотянуться? Метла же, блин, у меня в руках. Это не то, что мне нужно сделать. Ладно, вооружаемся метлой снова и идем к собачке. Щиток закрыт. Блин, да все закрыто. Аккуратненько. Собачка не смотрит. О, открыли. Черт! Метлу на место! 20 секунд! Метла! Иди на место! Все, свет вырубить! Ой-о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 й
А где он вообще торчит? Ты че весь в крови? Что с тобой случилось? Ты покоцался где-то, да, бедный? Давай, подходи, залечу. Фига, у него иммунитет на капканы? Смотрите, зашел проверить. А? Так, погоди-ка. Стоп! Закрываю, закрываю! Что-то здесь не так. Нет! И да, черт, я затупил, забыл эту штуку закрыть. Нет! Открывай! Почему нет? Ага, все, что мы открыли, остается открытым уже. Очевидно, что нужно что-то с метлой сделать. Напасть на собаку. Метлой тебе! Метлой тебе! Моя нога! Ставь метлу на место домой! Хорошо, собака не дергается с места, она всегда там стоит. Все. Вот теперь посмотрим, что будет. Он пришел. Но сейчас ты ничего не заподозришь. Ну ты что-то прям по собаке прошелся. Что-то здесь. А сейчас-то что? Я уж думал, что я там-то сделал. Я ж ничего не сделал. Да, я открыл, конечно же, эту дверь. Но и все, не более того. Знаете, что я думаю? Нам нужно каким-то образом подобрать этот код от сейфа. Ну, сейфом это трудно назвать. Давайте искать подсказки. Они где-то здесь должны быть. Их здесь нет. У меня идея следующего характера есть. Наглая абсолютно. Что если мы просто зайдем, пошарим быстренько. Что, как здесь у нас, а? Так, оп. Ключ, рукоятка. Так, это было открыто. Так, хорошо. Нет! Черт, что нужно делать? Что нужно делать? Клацай. Черт. Ну что нужно делать? Блин, я проиграл. Я понял. Мы можем делать вот так все нагло. Нам и нужно это делать. О, блин, все заново. Хорошо, где у нас там был отмычка? Стоп, в этот раз отмычка здесь? А, тут все предметы рандомно спаунятся. Как повезет. Лядненько, давайте выходим. Что-то новенькое здесь лежит.
Окей, давайте откроем. В смысле? Ключ? Побежали, побежали, побежали. А что-то собака сагрилась так. Все, ничего не было, ничего не произошло. Смотрите, собачка вроде гавкает, но хвостиком-то виляет. Ей нравится со мной играться. Она хочет дружить. А, ты что идешь? Ты что идешь ко мне? Ты что? А? Что? Так. Что? Погоди-ка. Дощечки максимум перевернул. Что-то надо же с чем-то играться. Так. Все так. Показалось. Но вроде все на месте. Что это за ключ? Это вот от этого. Есть! О, игра начала по-новому развиваться. Во-первых, здесь какие-то что глаз, какие-то шкафчики с разными символами. И здесь отсутствует рукоятка, которую я знаю, где найти. Слышь, это... Блин. А меня каждый раз пугает, как будто бы сейчас кто-то придет. Щеколда заржавела. Старая дверь. Но мы можем включить свет и что-то там посмотреть. Пойдемте смотреть. Хавка! Съесть колбасу? В смысле съесть? Нахрен я съел... Нахрен я съел колбасу! Это же колбаса для собаки была! Надо вернуть колбасу. Охренеть, у него морозилка замерзла. 489! Прекрасно! 489! Открыть! Yeah, bitch! Что тут у нас? Нож? Ну, конечно! Давайте! Открываем. Кусачки! Они чтобы обрезать провод! Ну, конечно! Режь! Не здесь? А, к щитку надо подойти. Стоп! Думаю, знаете, что надо делать? Во-первых, надо все закрыть, надо вернуть все на исходную, пока метла нам вроде не нужна. Выключить свет. Блин, зря колбасу сожрал. Закрыл. Молодец, умница. Вот, идеально. Стоп, а свет-то я выключил? Нет, не выключил. Стоп! А какая дверь была открыта? Вот это, по-моему. И свет, да. Песик, песик, песик. Аккуратней. Ну, давай. Будь ты проклят! Почему? Кусачки же для этого нужны. Что мне здесь покусать? Говдо полное. Стоп, а может быть, где лампочкой покусать? Нет. Где-то здесь кусать надо. Я не понимаю, где. Слушайте, а можно ли отмычкой открыть эту дверь? Блин! Да что мне делать? Что мне сжать? Я не понимаю. Я жму и клацаю. Вытягиваю ногу. Я нечаянно, сэр. Она открылась дверь сама. Я вышел. Кусачками. Все, все. Да, нет, прям просто лбом ударил меня. Странно. Я проигрываю, если вдруг он меня ловит на улице, но если я здесь, он просто меня пинает. Ладно. Отмыка. Отворись дверь. Что тут в этот раз? Что это такое? Какой-то дезик. Блин. Ладно, быстренько, быстренько пошарим. Оп, ржавый нож. Собачка, он очень груб с тобой. Почему ты позволяешь так с собой обращаться? Я бы на твоем месте, мне бы стал служить. Я бы никогда тебе не сказал заткнись. Что здесь все так? Не гони. Вот он, конечно, дотошный. Он помнит каждую деталь в своем хламе. Открыть? Ключ. Ключ от этой двери. Открывать. Хорошо. С колбасой надо что-то придумать. Мы не можем съесть колбасу? Нет, не есть колбасу. Колбаса стопудово для собаки. Печка. О, и сюда не заглядывают. Нет, ни хрена. Нам, походу, этот борщ нужно будет доварить. 1, 2, 6. Что тут у нас? Что-нибудь полезное, пожалуйста. Кусачки. Гребаные кусачки. Вот что мне с ними делать? Я не понимаю. Хорошо, давайте свет выключаем. Закрываем. Капкан 1. Капкан 2. Не забудь, Евгений, пожалуйста. Тихо, песик. Вот надо как-то открыть щиток. Да, его можно открыть и там перерезать что-то. Мы не можем сам провод перерезать. А, мы не можем даже войти. И что вы от меня хотите? Игра закончена, все. Метла. Давайте логически подумаем, что можем делать метлой. Если я подойду без метлы к собаке. Так, тихо, аккуратно. Привет. А, с метлой. Ладно, все, отхожу. Открываем холодильник. Вот у нас тут колбаса. Я ее съел. Ну, я просто не знаю, как ее взять в руки, чтобы собаке принести. Может, теперь у меня изо рта будет пахнуть колбасой, и собака будет приветливее ко мне. Собачка? Нет. Стоп, а мы вот этот-то открывали шкафчик? Кусачками! Есть! Дерьмо полное! Ставься на место! Выключай! Бежи! Блин, метлой надо было замести обратно! Вино разбил, даже не выпил. Думаешь, я не замечу осколки бутылок? Такой он злой. А, нет. Ай. Соски только не оттягивай, не прокручивай мне, пожалуйста. А, но мы не проиграли. О, я очнулся через несколько дней.
Так, он все у меня забрал. А у меня все равно все есть. Так, метлу возьмем, пожалуй, на случай, если еще бутылки выпадут. А больше не выпадет. Вот она штука, открывашка для люков. Ладно, метла пока не нужна. Оп. Ставим. Открывайся, давай скорее. Это что? Смазка. Мне будет что предложить этому маньяку, когда он придет в следующий раз меня наказывать. Смазка для чего? Может быть, для старой двери? Я чисто наобум. А, ржавеющая, вот, да, сюда. Отлично. О, ключ. Колбаса появилась? Нет. Слушайте, а теперь получается, что нам нужно только действовать дерзко. Если только это не ключ от ящичка вот этого. Нет. Идем. Оп! О, боже мой, осторожно. Открыл. Бегом! Так. Тихо. Все нормально, все в порядке. Все в порядке. У меня есть полномочия. Все в порядке. Я водитель лимузина. И зашел на проверку. Важную проверку. 17 секунд у меня еще есть. Ни хрена нету. Закрываем. Все. Твою мать! Нет! Обратно! Попался! Нет, стой! Все, я проиграл. Я забыл свет выключить. А в главе Эмили есть секретная концовка. Я играю в главу Юджин, понятно? Я тщеславный и нарциссичный. Только про себя хочу. Хорошо, по старой схеме. Отворяем дверь. Здесь рукоятка. Да вы что, охренели, мистер пес? Скорее. Маньяк прищёль. Что ты? Зачем ты сюда идешь? Так, погоди-ка. Ты же Юджин. Я твой давний фанат. Спасибо за детство. Ой, так приятно, что он узнал меня. Поэтому не отпинал. Отворить, зайти. Включаем свет. Сейчас отворим этот ящик с сейфом. 184. 184. Открыть. Ножик. Yes. Ножиком мы вот здесь делаем. Хоп, кусачки. Вот! Сейчас будет самое стрёмное. Во-первых, везде нужно выключить свет. Берем метлу, попробуем. Раз, метла, давай. Убирайся. Уберись, кус... Да, есть, есть. Кайф. Ключ забрал. Ага. Е-е-е-е-е. Все идеально сработано. Метлу поставить на место, ставься. Быстрей. Быстрей. От. Ух. Скилл! Все в порядке. Делаем ангельское лицо. Все в порядке, видишь? Заходи. Там ничего нету. Ну что? Даже колбаса на месте. Не спрашивай, откуда я знаю про колбасу. Иди смотри телек дальше. Теперь нам нужно в нагляк, получается, действовать. Тут нет ведь... Как я прошелся по нему и не прокоцался? Как так? Быстро! Что тут у нас? Что? Ключ? Ух! Хорошо, как. Так, все, давайте не будем долго здесь. А? Иди, дурачок. Все, можно продолжать действовать. 100 пудов от шкафчика. Да! До! Раз, два, три, четыре. Есть! Смотрите. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час. Как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра из-за дождя. Исчезли звезды, остался месяц. И грустный взгляд у рыбака. Это загадка. Месяц, звезды, огонь. Костер, звезды, месяц. И грустный взгляд у рыбака остался. Это значит, что надо открыть только месяц. Остался ведь он. Или наоборот. Ладно, хорошо, давайте попробуем по порядку. Открыть вот этот. Потом звезды. Месяц. И грустный взгляд. Значит, исчезли звезды, остался месяц и погас огонь. Погас огонь, исчезли звезды. Слушайте, не работает ничего. Видимо, туда нужно что-то положить. Может быть, мы там потом найдем месяц, грустный взгляд, еще какую-нибудь фигню. Закрываем. Нам нужно пошарить еще наверху. Все хорошо, мужик. Блин, здесь же ни хрена не видно. Стул! Я понял. Стул можно взять. Короче, стул мы поставим вот сюда. Открутим лампочку. Ох, сейчас будет стрёмная эпопея со стулом. О, стул. Берись. Тихо. 20 секунд. Оп. Как мне дотянуться? Да как? Ублюдство полное. Нет. Черт. Забирай стул. Забирай. Блин, там дверь открыта.
Ну все, жопа, меня здесь нету. Я ушел. Я уже в углу, сэр. Не доказывайте. Все, на, смазку я, правда, просрал где-то. Оу, у меня аж выкинул в другую комнату. Я жив, все в порядке. Мы сделаем это еще раз. Берись, сволочь такая. Ставь. Сбирайся. Вот. Без паники. Боже мой, Глеб. Да поставься на место стул. Успеть. Успеть. Есть. Все на месте, все на месте. Вот что делать с этой лампочкой теперь непонятно. Давайте, возможно, нужно куда-то прикрутить там, чтобы на чердаке было светло. Черт! Не сработал! Он, блин, не сработал! На чердаке нету лампочки, а теперь она будет. Звонок не сработал, но это бага, конечно, извините, я заюзал багу. Есть! Теперь это как раз таки, когда я буду именно уходить отсюда, звонок сработает, и я смогу спокойно просто спрятаться у себя в клетке, типа ни в чем не бывало. Санта? Этот маньяк любит Новый год. Опа, олень, здравствуй. Женек, это я, олень из будущего. Я пришел, чтобы предупредить тебя, что про тебя выпустят целую главу в игре «Метель». Да, спасибо, олень, я уже как бы здесь играю в нее. Меня уже много раз отпинали. Ай, я опять опоздал. Олень из будущего. Опять опоздал! Давайте рыскаем, что у нас здесь есть. Хрупкая ваза. Бу-бу-бу, я понял. Не буду ее трогать. Пока что это что? Кассетный плеер. Еще одна записка. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки, раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. То есть на тех полках во дворе, вон там. Там кассета? Кстати, я ее вижу. Вон там поблескивает, кажется. Стоп! Закрытый чемодан. И никак не открыть, к сожалению. И вот этот генератор огромный. Мотор лифта. Кстати, отсюда видно какое-то строение вдалеке. Видимо, сторожевая вышка. Ладненько, давайте спустимся. Свет выключить. Смотрите, рукоятка для топора. Рукоятка для топора. Отличное место, чтобы спрятаться. Кстати, спасибо, что сказал про это. И давайте возьмем стул и не будем закрывать эту дверь. Стул, да, можно сюда поставить. Давайте на него встанем. Вставай. Кассета. Стул забрать. Опа. Теперь у нас есть топор. Опа. Очень аккуратненько. Есть. Стул на место. Сейчас кассету прослушаем. Надеюсь, это не привлечет маньяка. Давайте слушаем. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И погодите. Сюжет строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи. И через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки, заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать, тем больше сюжета ты узнаешь. То есть, допустим, всеми людьми ты сдох, и ты ничего не узнал про эту семью, заново начинаешь играть. И вот у каждого человека, каждая жертва находится в какой-то новой комнате, и ты постоянно пытаешься как-то сбежать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Я же только что вспоминал про это. Только что вспоминал про тот эпизод, где я как раз таки эту тему и предлагал. И я, по сути, сейчас играю в эту игру. Охренеть! Господи, вселенная работает, походу. Я смею предположить, что именно этот мой монолог и вдохновил вас, ребят, на создание вот такого концепта игры. Ну, хотя бы чуть-чуточку. Слушай, мне очень приятно это... Я никогда не думал, что такое может когда-то случиться. Очень приятно, ребят. И в конце моя фраза заканчивается тем, что... Я вдохновился прям. Значит ли это, что и ребята такие, все, вдохновились и сделали игру? Если так, ну это, конечно, просто офигеть, как круто. Ладушки, давайте спустимся, свет выключим. Стоп, а может быть нужно хрупкую вазу как раз-таки разбить? Попробуем, почему нет? Да. Быстрее. Он сейчас проверит, что нету топора, да? Ладно. Что? Что? Что было-то? А что я сделал не так? Я же закрыл! Блин, придется все заново начинать. Ладненько, выходим. Действуем быстро. Четко. Пам-п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 ам. Тут ворона сидит. О, хорошо как. Ключ. Забрали. Обнаружен капкан. Будем помнить о нем. Шустренько. Че тут как? Че тут как? Что это? Ключ-рукоятка?
Хрен знает от чего она. Тут ничего нету. Мы молодцы! Ключ, рукоятка. Это от щитка. Смотрите. Снова он заглючил мне звонок. Видите? Есть! Теперь мы сможем много чего провернуть сразу. Пойдемте. Давайте сразу все сделаем. И кассету достанем. Я не знаю, нужна она нам или нет. Это просто как пасхалочка получается. Отлично. Стул на место. Лампочку вкрутить. Давайте прослушаем, чтобы это тоже засчиталось нам. Здесь у нас ключ. И здесь записка про кассету. У нас теперь наконец-таки есть ключ здесь. Ап, аккуратнее прям, прожу себя открыл. Значит, здесь включаем свет. Код 235. А в сундуке, отлично, ручка для ящика. Сейчас нам нужно будет призвать маньяка еще разок. А, нет, мы не можем, поскольку у нас нет кусачек. Видимо, кусачки будут здесь. Стой, отдай кусачек. Ага. Итак, открываем. Убираем скорей. Закрываем. Стоп, свет везде выключить. Раз, два, метлу на место. Закрыть. Закрыть! О, боже мой, о, боже мой, о, боже мой, о, боже мой, о, боже мой! Ничего нет! Идеально! Да не гони! Да не нагнетай! Да ты накручиваешь себе! Вот я же говорил. Он просто параноик, честно. Собственно, теперь только и осталось, что решить головоломку с этими ящиками. 8 гребаных часов спустя! Вот оно что! Смотрите, здесь есть небольшой отсек, который, видимо, открывается, когда ты правильно ящики расположил. А я даже не проверял. Я не понимал, что должно произойти. Итак, поскольку остался грустный взгляд у рыбака и месяц, должно типа вот... Да! Ключ! Теперь возвращаем все на место. Свет выключить. Откроем сейчас наш ящичек. Шкафчик, ящичек. Отлично, смазка есть. Смазываем. Открываем. А тут у нас... От топора! Берем топор и... Слушайте, может быть, надо старую дверь зафигачить. Надо прятаться! Давайте попробуем! Как? Как? Есть! Прячемся! Тихо! Тихо! Попался! Дед, нифига не попался! Опа! Это он попался в глюк! Топором его! Нет, мы заглючили! Да что ж ты будешь делать? Чертов капкан, вот если бы в него не напоролся, все бы хорошо было, бы успел спрятаться. Подпишитесь на YouTube канал. На мой, естественно. Подписывайтесь прямо сейчас. Сейчас я попробую спрятаться от чувака, но при этом не выходить оттуда. Может быть, он помилует меня. Просто понаблюдаем, что он будет делать. Такое у него негодование. Так, он спускается вот. Попался! Блин, он меня увидел. Все, я понял, нельзя использовать это место. Под лестницей прячемся только, когда нам нужно выбежать отсюда и закончить игру. Опа, вообще ничего нету, прикиньте. Может быть, здесь? А, спасибо. Смотрите, в этот раз вообще все по-другому будет. Нам нужно будет сначала пойти вот в эту часть дома и там шарить. Сейчас попробуем все махом сделать. О! Итак, открывай. Нет, ни хрена! Стоп, нож! Стул! Блин, как это рискованно! Я успею! Я успею! Давай! Нет! Боже мой! Тихо! Вот это было очень напряженно. Я просто играю с этим маньяком. Отключается сигнализация. Просто великолепно. Все, ты ничего не сможешь сделать. Тупорылый маньяк. Значит, здесь ничего нету, да? И рукоятки тут тоже нету. На чердаке у нас... Слушаем кассету. О, прекрасно, здесь гаечный ключ. Снимаем решетку. Здесь у нас ключ. Отворяем дверь. Здесь придется еще разочек маньяка вызвать. 025. 025. Открываем. Здесь смазка. Открываем клетку. Здесь у нас кусачки. А значит, берем метлу. От. Быстренько убрать. Быстренько убрать. Что здесь? В смысле, ничего нету? Вы чё? Погодите, как это так? Потом разберемся. Как это там ничего не было? Вы че? Я же не пройду никуда дальше. Все, он ушел. И я не понял что-то, что это сейчас было. Мне ничего не дали. А! Погоди, вот же оно. Деревянная рукоятка от топора. И вот как мне... Что мне делать-то? Осталось только выбить сейчас вот эту дверь. Но меня же спалят сразу, скрутят. А можно ли вернуть топор на место?
А топор на место вернуть нельзя. Ну это хана мне, все. Выбиваем. Быстренько. Окей, рукоятка. Вариантов больше нету, кроме как идти в клетку и надеяться. Просто надеяться, что мы выживем. В худшем случае он просто меня напинает. И я останусь в клетке. Стой. Пожалуйста. Пожалуйста, стоп. Что-то здесь не так. Все так. Здесь стало лучше. Я... Есть. Здесь штопор. Вот это интересно. Что за штопор такой? Пойдемте обратно в комнату смотреть. Здесь мы еще не прошарили все как следует. В урне пусто. Шкафчик мы полностью осмотрели. Вот здесь вот. Так, это... Ага. До лампочки нам не нужно дотягиваться. Ага, погодите. Ой, ой. Что это? Зачем это? О, металлическая рукоятка. Я понял. Я понял, для чего это. Идем к колодцу. Ну, посмотрим. Что-то новенькое сейчас будет. Так, 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 так. Надо будет опустить только. Петля. Какого фига? Нужно ведро каким-то образом прицепить, но я не знаю как. Все не так просто. Осталось только вазу теперь разбить. Что за магнит? Кстати, топор исчез. Больше он нам не понадобится. Оп! Ах. Хорошо. Окей, все нормально. Я не знаю, что делать с магнитом. Вот, сюда его прицепить надо, оказывается. Что-то сейчас достану. Что это? Ключ? А магнит уже снять нельзя, но надо его просто опустить. Идем туда. Это ключ от того кейса. Скорее всего, там я найду какую-нибудь миску для собаки и смогу туда положить колбасу. О, веревка. И тут я в замешательстве. Видимо, это нужно, чтобы пойти вздернуться в своей клетке. А что если... Смотрите, может быть, сюда куда-то забросить ее? Вот эта комната. Что мне в ней делать? Ничего. И в этой комнате ничего не сделать с ней. Блин. Осталось только, на самом деле, веревка вот эта и колбаса. Съесть колбасу? Да не есть колбасу, нет. Я надеюсь, не нужно ничего страшного делать с собачкой. Я просто не хочу. Смотрите, веревка. Окей. Снять веревку. Зачем это? Маньяк побежит туда, а я смогу его запереть. Да-да-да-да-да-да-да. Давайте попробуем. Включить сигнализацию, нет? Нельзя включить-то, блин, никак. Что сделать-то? Пес! Гав! Гав! Моя нога! Вот, все, все, все! Я правильно вообще делаю или сейчас опять просру? Надо запереть его, когда он поднимется. Опа, да! Отлично! Давай, беги наверх! Ага! Давай! Давай, 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 давай! Так, теперь колбаса для собаки! Ага! Запереть тебя! Не открою! Так. Я съел колбасу! Вы что, издеваетесь, что ли? И что мне теперь? Давайте про... Не знаю, как-нибудь. Собачка, я теперь колбаска. Я пах... От меня пахнет колбасой, значит, я колбаса. Колбаса твой друг. Пропусти меня. Мы идем. Давай. Давай. Есть. Есть. Время прохождения. 19 минут. И мы сбежали. Где-то там за кадром происходит что-то ужасное со мной. И как бы я, собственно, вроде не сбежал. Но надпись, надпись говорит, что я сбежал от маньяка. А значит, я сбежал от маньяка. Странно, я не понял, что делать с колбасой. Я ее просто съел, и собака меня как бы, знаете, нехотя, но пропустила. Это как удостоверение личности для собаки. Все в порядке, я колбаса, я могу пройти. И собака такая, ну ладно, проходи. Ну точно, точно колбаса? Я такой, да, да, понюхай меня. И она такая, ну да. Иди. Собственно, мы прошли эту главу, которая называется Юджин. Ох, как мне это льстит. И там осталось еще две главы, по-моему, да, которые вышли на данный момент, которые тоже можно будет посмотреть. И если вы хотите, чтобы я их посмотрел, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти мои самые прохождения. А также спасибо большое разработчикам, что посвятили эту главу мне. Мне реально очень приятно. Надеюсь, я вдохновлю вас, и не только вас, но и всех остальных вас на какие-нибудь другие крутые проекты. На то, чтобы вы творили, друзья. Это основная цель того, что я делаю. С вами был Юджин, и всем пять!